have ways of blowing things up. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сегодня пробуем кое-что новенькое. Ну, новенькое, как бы, в нашем понимании, потому что мы сегодня в форточке, она же Fortnite. И, кроме того, сегодня с нами гость Ростик, который просто чертовски валит всех и вся. Мы тут два нубика, и поэтому мы решили прицепиться паровозиком и заскочить в этот хайповый трейн, пока он еще не отъехал. Итак, жмем ready. Посмотрим, что из всего этого получится. Мы поиграли буквально пару вечерков, чисто потестить, посмотреть, как и что. Вначале, конечно, было плюшевенько, но вот вчера, например, нам тут уже давали полного жару. Нас валили, и как-то, по-моему, мы с тобой даже топчика не взяли, а? Что скажешь? Вчера... Или один топчик мы взяли? Да-да-да. Вчера нас, в общем, валили по-зверски. Вот. Ну, попробуем. Вот. Ребятушки, вы точно должны помнить... А? Я решил зайти на арену, там, где играют топовые игроки, так из моей жопы дуршлаг сделали быстро. Я только приземлился и все. Вот. Да, так, ребят, кто нас знает, кто нас смотрит, вы знаете, что мы не особо такие онлайн-шутеры, там, разве что в Арсенале немножечко засветились. И, пожалуй, я тут должен сказать, что как раз Арсенал мне и дал все базовые скиллы для того, чтобы, в принципе, зайти сюда что-то попытаться из себя представить. Так что сейчас попробуем. Так. Куда мы будем ломиться? В смысле, мне даже лобби не показали. Ну давай. Можно в агентство, в принципе. Да? Но вы так вот там же метки понаставили. Ну все, я пошел. Я пошел. 4? Черт, я. Ну, где-то 4-го подобрали, я же сквад ставил. Как мы. Ну, как мы без 4-го-то? Так. Давайте. А? Да я без понятия. Тут сейчас нафига народу будет. Ты за дробашом этим? Давай, я так. Черт, я не на ту крышу сел. Не прогружаю, что грузилось нормально. Это вы, да? Меня чуть не замочили. Ну, я вижу. Вижу человека внизу. Человек за бортом. Так, блин, я что-то не очень удачно стартанул. Ты его убил? Хорошо. Я его уронил. Вот так и кто один. Я сейчас к вам подойду, он меня чуть не ушатал, блин, я на него с киркой упал. Ну, чувак, у меня, блин, сразу, все проблемы. И киркой себе подойду. Все, свободен. Офигеть! Зараза! Ничего, что у меня 10 хп, вы что делаете вообще? Ну хоть миниганчик. А? Я на улице, я тут. Блин, там еще кто-то подбежал. Так у тебя хп нету, да? Да, у меня нет хп, потому что я стартанул с чуваком, у него была уже пушка, у меня было 10 хп. Ну как бы. А у него уже была пушка своя, поэтому он меня чуть покалечил. Но я потом спустился и. Тут мункета прессовали, я его немножечко выручил. Ай-яй-яй, ну зачем? Куда ты полез? Сейчас я за твою карточку схожу. Блин, там игроки, у меня 10 хп, я не пойду. Погоди, мне нужно где-то подхилиться. Блин, я упал, блин. Четыре тут. Три сверху. Черт, ты что, тоже уже слился, да? Так тут их три выстрелило. У меня мало патронов, чё-то побери. Блин. Тут наш этот четвертый парень, он тут что-то лутается, он тут что-то делает прямо. Ой, снопа. Ой, винтарь. Я вижу, что... так. Вот тут завалили. Или это не. Собака. Приставака. Да блин, где? Вытащи дробаш. Я по аптечку взял, на самом деле. А? Минуточку. У вас карты дотекли еще, нет? Нет. Мне осталось. У меня? 28 секунд, 61 секунда, я вижу. Ага, там сейчас тебе дуршлаг сделают из твоей жопы. Сейчас у тебя. Сейчас, погодь, миссия стелс. Ай, блин. Черт, он выскочил очень внезапно. Ай. Ясно. Елена, ты что делаешь, блин?
Короче, ребятушки, если вы, если что, вот вообще агентство, это вот, ну, тут такой салат творится каждый раз. Я не знаю, будем мы смотреть на этого чувака, не будем? А? Уже да, так что бессмысленно, мне кажется, залетать, поэтому это так было пробно. Да-да-да, короче, первая каточка. Блин, чувак, по-моему, просто лутается. А, стой, смотри, сколько у него хп, у него 7 хп. Да. А ведь почти. А что почти? Минуточку. У него была карта, зачем он туда полез? Ладно, давайте еще раз. 23-ми мы ставим? 23-ми, но это ж сквады, не забывай, делим на 4. То есть, по идее, мы умерли третьими. То есть там получается по 4 человека 25 сквадов. Ой, 24. Нет, 25 сквадов, все верно, да-да-да, по 4 человека. То есть получается 23-е, это мы буквально первыми слились. Такая себе карточка. Да. Ну, мы не первыми слились, только хуже нас еще играть видно. Кого-то еще в воздухе замочили. Или не выпустили с самолета. Ага. Чего? Мы можем упасть на вышку с топливом. Вышку с топливом? А это где, кстати, я не знаю. Ты знаешь? Ты сам туда падал. Я рандомно падал, я не помню, где это находится. Я на карте помню, где это. Хорошо, хорошо. А где на карте банан находится этот персонаж? А, кстати, вот это мы не... Да? Угу. Вот пускай точку поставит. Поставь точку, потому что я без понятия. А? А, желтая твоя, понятно. А, ну мы можем туда долететь нормально. Получается, у нас есть яхта Акула, агентство Риг. И где-то еще что-то одно должно быть, не? Вот это вот то желтое, да? Да, вот да. Там? Ну, Мункет говорит, что там. О, вот кто фиолетовый? А, фиолетовая, это не ты щелкаешь, наш чувак щелкает. Все, короче, поехали. И вот так. А у меня прикольно, да, такие пятки сверкающиеся. Я не вижу. Я слишком устремлен вперед, чтобы оглядываться. И мы не долетаем, блин. По-моему, рано прыгнули. Ну ладно, ты мы сейчас. Ты можешь посмотреть просто вправо. А? Ты можешь просто вправо посмотреть. А если я посмотрю вправо, он же мне отклонится от курса, нет? А какая разница? Буду красиво будет. Главное эффектно. А, это. Слушай, здесь разве банан? Здесь вроде тетка с луком, не? Тетка с луком. А банан? Тут нету банана. Нет, стой, есть же персонаж Банан? Да. А где он? И мы, собственно, у тебя и спрашивали, где персонаж Банан. Ты говоришь, я знаю, я знаю. Вы у меня не спрашивали. Ну, в принципе, я тоже знаю, где Банан находится. Ты... Да, банан и все молчат, все круто. Я понял. О, ой, иди. Что, 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 что? Это что, факт, то есть. Я косой. Откуда, откуда, стой, сталка. Блин, тебя уже гасит, и меня уже гасит, и всех уже гасит, все. Да, я сейчас открою вам, все, теперь мы должны видеть всех. Сейчас, сейчас, сейчас. О, М-ка, кому М-ка надо? Кто там валит? А, сверху, ну, он падает. Блин, у меня две грены в мимо ушло, я попытаюсь сейчас тебя спасти, погоди. Мне нужна пушка, 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 пушка. Хай твой мало на месте стоит, все. А? Я все, его уже резал. Да, ты уже резал? Я понял, сейчас. Я иду, иду, иду. А, вижу пушку. Нет, это не пушка, это коробка, черт побери, просто он такой светится вот зелененький. О-то-то-то! Так, там за мной гонится, если что. Кого же нафиг? У меня хп очень мало. И там у меня тоже. Есть. Мне еще такие сейчас под зад зарядили. Стой, на. Ох, нам-то... Ну, приземлились. Это человек. Снайпер. Сейчас мы подойдем. Там на снайперке было, на вышке было 2. Сейчас я... Так, у меня 3... Черт, у меня пистолеты 3 грели. А, турель, спасибо. Где оружие все? Ёпарасоте, мы сейчас тут сольемся, серьезно. Так, белый автомат, там, ну вообще супер. Там сверху человек. Ты живой, нет? Нет. Почему? Потому что он... Почему я его не вижу? Где вот ты? Я тебя не вижу. Прям за тебя моя карта. А, это ты? Все, я тебя вытащу.
Когда ты слился, главное это, я... мункета подняли, бах, уже готовый лежит, карта дотекает. Серьезно? Где? Вон где находится. Там сверху на вышке человек со снайперкой. Сверху на вышке человек со снайперкой, я тебя понял, сейчас посмотрим. Мы его ищем, а его нет. Обрати внимание. Опа, а ты что, тут лутанул или что? А, помпа? Почему я не вижу этого? Пофиг, давайте помпу. Дятла. Так. О, отлично. Стоп, я за тобой. Сейчас патрончики подберу. А ты уверен, что ты успеешь восстановить... А, ну да, тут же не погибли. Карту-то я взял. Стой, сундук. Помощь! Черт. Ай-яй-яй. Меня закрыли, тут два. А? Тут три. Вот-то! И вот теперь, пожалуйста. Блин! Их четверо. Я почему-то совсем не взял в учет, что здесь может быть кто-то еще. Я не знаю, мне показалось, что мы одни прыгнули, поэтому... Да, арбалет или лук? А, лук. Ну блин, с таким количеством хп, раз уж ты через туалет сейчас смоется. Да. Что, он хотел за дверь спрятаться? Я не знаю. Ну все. Да, прям прям все. Блин, а была неплохая засада, ну по крайней мере для одного. Теперь я знаю, куда мы дальше пойдем. И куда? Другое агентство. Другое агентство, давайте. Короче, у нас сегодня рейд неудачников по агентствам. Короче, по-моему, неплохая закрутка для серии. Ну я хоть одного смог убить. Поздравляю. Да ну, нет, можно было бы, конечно, сказать, что мы просто неудачно падаем, я долго искал оружие. На самом деле, это все оправдание. Я изначально говорил, что мы нубьё, мы и есть нубьё, так что все нормально. Я не нубьё, это ты нуб, понял? Офигеть, команду себе подобрал. Так, ладно. Поддержка, да, какая? Ладно, про, ладно. Если что, я буду к вам бежать и орать, короче. А, меня убивают. И давайте про, выручайте меня. Походу, только я кричал, что меня убивают. Так. Так где банан-то находится, ребят? Банан в магазине. Э? Шутка за 300. Нету тут никакого банана. Ну есть же агент банану или нет? Ну какого фига он на обложке тогда? Почему его скин существует? Где его агентство? Вы посмотрите на его лицо, он же явно агент. Я никогда не поверю, что он где-то торговец мебелью. Как этот терминатор современный, шторы шьет, ага. Так, кто там точку ставит, куда мы плывем? Так, где по... Короче, выбирайте. Да? Да. Все, поехали. А, там где мы были. Да, мы там один раз были, там тоже, короче, это мясо сейчас будет. Смотри, сколько народ туда полетело. В смысле, там уже население, блин, как в Китае, в провинции Джиншонь. 500-400 человек. Нормально, они полетели в город. Не паду только в горный городок. В горный городок. В дырку туда сразу лечу. Да. Люди падают в дырку, смотреть без смс регистрации, блин. Опасно. Удар по воротам! Опасно! Где ты себе уже ногу сломал? Ну что это? Блин. Ой, зря я сюда прилетел. Зря. Ну это не зря. Блин. Таш. Так, я одного секьюрика уже снял. Ты живой, не живой? Кто живой вообще? Меня гасят. Я же на первом. Тебя гасят? Да, меня гасят. Они разговаривают, так почему, что у них язык отвалился где-то? Так, я двоих снял. Тут где-то этот еще, турелька. Я сейчас посмотрю этого чувака, обшмонаю. Где эту маскировку взял? Смотрите, за мной. Там надо в каком-то здании брать. Так, где вам сейчас? О, сундучок открытый. О, ты офигеть! Сейчас я этого ушатаю.
Чем больше ушатаем, тем лучше. Где маскировка? А, вижу, вот, все, спасибо. Что-то я потратил немножко хпшки, но... вы чё? Кто меня гасит? Вы совсем офигели. Я сейчас турель завалю просто киркой. Ух. Ко мне. Помощь? Нет, она бегает. Иду. Да слева на лестнице, смотри аккуратно, то сейчас. Пока у нас еще есть турель, смотрите. Да я вижу турель, мы-то... Блин, у меня патроны закончились. Сейчас мы ее на кирпичики разберем по-быренькому. Осторожно, у меня мало патронов. Так, это вы сняли. У меня даже кнопка перезарядки не работает тут, потому что патронов не хватает. Ой, я сейчас его кинул, не знаю. Блин. Опа-па, здравствуйте. Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет. О, я прикольно тут вижу, конечно. Где прикольные вещи? Где? Иду, где? О, банка! Варьё 200 уровня! Я банку пью, где ты меня, чё ты меня нашёл? Кто-то тут мой пулемёт умыкнул, ладно, пойдём. А! 6 патронов. 6 патронов? У меня их 60. Ко мне, блин, идите, ко мне, вон босс там. Босс? Сейчас, секунду. Блин, черт, я хотел это. Ты где? Вижу, иду. Чертова турель! Понес за ногу. Еще одну. Это не турель, это камера. Сюда. Да я пытаюсь, блин, найти эту дорогу фигову наверх, чтоб ее. Наверх. Тут. А, вон, вижу. Тут не все так однозначно просто. Вот этот персонаж. Так, опять, ребятушки, мне кажется, я совершаю ту же самую ошибку. Я думаю, что мы здесь одни, а мы здесь... Открой дверь. А мы здесь ни разу, наверное, не одни. Я убил босса. Оба-на. О, карточка. Пойдем. Да забирай. Пойдем, открывай. Да тут оно, иди сюда. Да мне нужно маскировку взять, там же тоже турелики. Иди сюда. Сейчас. А что, там уже он вышел, да, вот с концами этот чувак? Да я не знаю. Я, честно говоря, за ним не наблюдал. Думаю. Сифец. Ты что такое? Это просто камера, я думал, это турель. Да. Вон, маскировка, кстати, возьми, если хочешь. Да, уже не надо, да. Так, шманаем по-быренькому. Мы за зоной. А? Не хотите на зону там посмотреть? Да вот, да, я об этом тоже подумал. А, в принципе, время. А меня смотрите, я сюда. Отлично. В смысле? У нее что, заряд? А, у нее заряды зак... Или... А, она заряжается просто, я понял. Сейчас. Пошли. А? Пошли. Сейчас пошли, блин, я нифига не подобрал, я вас тут лечил, между прочим. А что, вы смотрите, чтоб я покушал? Ты себя полечи. А? Ты себя полечи. Ну ладно. Блин, она пустая, она сейчас будет заряжаться 3 года, я не успею. Я просто аптечку схаваю сейчас лучше. Блин, самый говняный лук, который можно было придумать. Да вообще отвратительно, ну что это такое? Где хилпушка? Не знаю, кто-то подобрал. А, не, она у меня, ха-ха, шучу. Сейчас. На. Да, сейчас. Черт, ну реально отвратительно же все. Ой. В принципе, эмки есть, это уже нормально. Да ну... Пистол, декой... О, я возьму декой, наверное. Теперь я понимаю, куда деваются какашки, когда они улетают. Нет, мне, знаете, я... Вот, меня вчера насторожило, а ничего, что в сверхсекретном сейфе туалет стоит? Как бы никого не смутило? Это... Да, мы в заднице. Почему мы бежим в эту сторону, лодки сзади нас? Ладно, пойдем. Там вон туда надо идти, к вот этой маленькой реке. Тебя уже ничего не спасет. Меня уже ничего не спасет. Какой добрый человек. Блин, а зона быстрее нас идет, это плохо. А я тебе говорил, миниган не носи с собой. Какой миниган? У меня его нету.
Значит, твой персонаж какой-то странный. Я взял вот миниган золотой. Вон, да, вон. За... Пойдем быстро, вон лодка, 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 давай. Чеши сюда. А, у тебя своя есть там. Стоять! Не врезайся, только не врезайся! Кому я это говорю? Мастер за рулем, спокойно. Ходу, шеф, ходу! Мастер в какой дисциплине? Вот что... Ёп, РСД, сколько нам еще пилить? Там речка поворачивает дальше. Там река дальше поворачивает, не едь вместе с рекой. Там надо будет как-то... А, ты туда хочешь? Да, правильно. Зачатки... Какой-какой тактики заметны. Блин, этот звук просто сейчас режет мне уши, я не знаю. Тебя, кстати, если что, нифига не слышно. Я-то себя еле слышу. Сейчас мы до зоны доберемся, бросим катер, хоть может... Эй, это же агентство! А вдруг снайперкой разживемся? Нас гасят! Нас гасят! Да, и вообще-то с двух сторон по нам валят, так ничего, так видишь. Так, я сейчас до берега доберусь. Стреляют, стреляют! Стреляют, ага, спасибо, блин. А, это люди. Ну понятно, что люди, кто бы... С двух сторон. Блин! Блин, ну вообще без шансов. Там целый сквад сидел. Зачем ты на них выбежал? Я на них не бежала. А, это еще крыса, который где-то умеет строить. Да-да-да, это этот, Равшан 80 уровня. Еще есть пистолет. О, банан. О, банан слился. А? Да выбирайте, ребят. Ну вот там где вот это мята кол, кол мята, короче. Да, да, давай, давай, ставь метку, я не против. Да ну, что-то мы дофига времени на самом деле потратили на агентство. Я лично оттуда вообще не вынес ни пушек, нифига. Наоборот, еле ноги унесли. Во-вторых, мы тупо драпали от зоны, у нас не было времени осмотреться. И в-третьих, блин, там целый сквад нас встретил. Ну вот, так что, да, так себе. Но его не нужно было идти в агентство. Запомнили, никогда не идем сюда. Мы не шли в агентство, мы убегали от зоны кратчайшим путем. Да. Так что так уж получилось, что мы выбежали на агентство, потому что он тупо в центре находится. Так, вот такое. Нам не по пути. Так, яхта? Не? Или как? Или что? Или акула? Акула. Выбирайте. На яхте нас замочат моментально просто. Просто моментально. Смешно. Вас везде замочат, так что нам интересно, где быстрее. Так что, куда выбирайте, ребят? Акула? А вот это да. Туда. Давай акулу, ладно. Подожди, а кто фиолетовый? Фиолетовый четвертый чувак, который мармат, а ну, который почти мармок. Можно матюкнуть? Желательно не следует. Ну просто мармок говорил про фиолетовых, я могу сказать про фиолетового просто. Это который слегка более густой оттенок голубого, да? Ну типа да, там на слово букву П. Ага. Когда у них чувак был тоже... Дядя передаст. Кто передаст? А я не долечу, походу. Я тоже. Хотя, может, на зонтике. Но я сейчас вот туда в бассейн плюхнусь, и меня вырубят. Так что я вообще молодец. Не, а ну я до бассейна могу долететь. А? Мы в зонтик такой проверяли в жизни. Я лечу некого за бассейна. Я просто моментально замаскировался. Серьезно? Серьезно. Зонтик сломался сразу, как мы прыгнули. Нет, 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 нет! Блин, плохо, плохо. Снимите меня, я отдам колбасу. О, да я... Ну, плохо меня сюда откинул. Плохо? Не, нормально, уже фомас нашел. Сейчас что-то еще найду. Ну, я пока что в большой же. Ну, я сейчас попробую нашел. Выбраться. А, ну, понятно. Очень большой. Ну, так себе, Дженнифер Лопес. Ура! А, да какая длинная катура?
это камера, да? Где бы взять маскировку? Ты смотри, где зона. А, не вообще фигня, недалеко, нормально. Через 3 минуты. Ну, такси. Блин. Прикольно, чувака слили. Вообще слили максимально быстро. Так, ты говоришь, что ты с Фомасом там даже? Я уже да. Я был бы не против, если бы ты подгреб как-нибудь в мою сторону. Сейчас я себе чуть подхилю себя чуть-чуть. В одном месте турель, давай. В другом еще хуже. Блин, я стелсил в Фортнайте. Ёпарасете, до чего я дошел? Так, меня нельзя. Где ты находишься? В бассейне! Так, а не хочешь ко мне спрыгнуть просто? Есть! Я справился с этим чуваком. Так, ребят, сейчас будет инфа. Ху, это было жестенько. Я, короче, простелсил от него аж туда. Чего? Рыбу схавать. Да-да-да, рыбу. Так, стой, на, держи. Ни одна бутылка не лезет. Да, ну понятно. Самый стелсовый человек в мире, да. Ты бутылку что не взял? Блин, ладно. А, тебе не надо? Это называется стелс погиб лучше. Стелс луннокотовый, одна штука. Там еще один, еще один. Так, повязка. Просто валяются, они все равно хилят. В смысле они не хилятся? Во-первых, их может босс поднять. Во-вторых, блин, из них пушки выпадают. А у меня пушки нету, извините. Меня гасят. Кто и где? Да, тут же на третьем этаже кто-то из двери вышел и прям подсрачник мне дал. У меня есть мины, они прикольно взрываются. Я смотрю, мины ты заценил, да? Давайте же да. Пойдем на босса. Например, я уже здесь. А я уже здесь, да? У меня по сути... Где? Он сам внизу. Иду к вам. У меня нет пуль, но я иду к вам, короче. Я буду его... это. Все, есть Лиля. О, там сундук. О, чувак! Последняя обойма. Так, вообще-то я уже открыл. Да? Иду. Ну да. Сколько золота? Сколько раз вот это золото упадет? Неплохо. Ой, баночка. Баночку бери, ладно. Баночку бери, я там не одна, там где была. Блин, опять оголимый лут. Просто, ну-ка. Ремонт эксплозию. Давай я вот это возьму. Не, ну хорошо, мне у меня, по крайней мере, есть карчик на 94 патрона. Живем. Аптечка, как я понимаю. Аптечки есть 5 бинтов, если хочешь, на. Не, я большую сейчас брошу. Все, пускай берет. Возьми большую. Отхилься большой. И все, ребят, нам пора валить. Погодите, меня подождите. Так а что валить? Мы успеваем, мы нормально входим. Все, валите. Через туалет или пойдем так? Через туалет, конечно же. Вот теперь иногда чуть-чуть себя какахи. Симулятор какахи, ёлки-палки. Кто, что, где? Я не уверен. Стойте, там сундук. Пофиг на сундук, поехали. Ё-моё. Я что-то увидел приближающийся зон, и мне стало резко пофиг на сундук. Так, короче, едем до берега и вылазим. Не едем на этой штуке, она слишком громкая.
Ну то есть до зоны сейчас до берега доедем. И все. Я ему скажу перестелс. А? Ему надо было сказать перестелс, когда он в дом въехал. Там, кстати, это сработало, потому что с нами не было другого склада. Осталось 37 человек или? Да, осталось 36, 5-10 минут пятого, блин. Нет, не в гостиницу, ладно. Все, моя остановка. Я туда не поеду на машине. Там вчера такое мясо было. Ощутил, как это? Ага. О, рыбку я съем, спасибо. Так. Вот интересно, можно ли это? Ребята, вы не можете еще громче это все делать? Так, тут сундук, где сундук? Я хочу сундук. О, сундук, здравствуйте. Он упал. Кто? Я. Так, вот. Иду. А потом, странно, что ж мы такие топы не занимаем, а? Что происходит? О, медпушка. Да, это я, это ты говоришь, типа, тихо, тихо, не надо мне. Блин, мне нужно... Там медпушка есть. Ты лучше страхуй меня, а то не с Киркой ходит он. Да, блин, да, я что-то налегке вывалился такой. Хилпушку ему скинь. А я сейчас все перемещу. На, иди сюда. На, нажрись. Ой, что это? Спасибо, очень вкусно. Фух. 15 бинтов. Это я лучше оставлю. Блин, не тем стреляем. Теперь можно мне хилпушку? Забирай. Сейчас. Тебе этот сабмашин нужен? Ладно, пофиг, я возьму. Не, я возьму лучше бинты. Если что, я могу бинты посмотреть. Я бы тут поставил. Я где? Понял. Зону. Где что? А, вон. Ой, блин, я опять валить надо, ребят. Ты что, собрался улететь отсюда? Я бы тут поставил. Кто гасит? Где, кого гасит? Кто стрелял? Где-то... Я ты этой присоской стреляешь? Да ну тебя нафиг! Почему у нее звук выстрела? Это та оружка, которую я в прошлый раз не заценил, короче. Видимо, люди умеют этим пользоваться. Вау-вау-вау-вау! Ты? Я. Нет. Тогда где-то с 210 по мне кто-то фигарил. А, ХП снимала? Так это ты по мне стрелял или нет? А ХП снимала? Да вроде нет, ну может не попал. Хотя фиг его знает. А, понятно теперь, все, спасибо. А что не снимал ХП? Любитель, блин. Так, стоп. Тут что-то настроено, какие-то равшаны жили. Вон, на 200 градусов. Стрелять, да. Вижу, там сейчас. Упал. Я просто банку жру. А можно, ну, не надо банку жрать, можно выпить, что там в банке. Не-не-не, это ж ты не понял, это же самое вкусное. О, я нашел тут выпуск. Кто по тебе стреляет? Да не по мне, там просто выстрелили. Минуточку, тут будка маскировки? Там агентство. Здравствуйте. Блин, мы тут это с грасхопперами играем, такой попрыгунчик. Хоп-хоп-хоп. О, я вижу человека. Я его заметил. А, знаешь, у меня новости, этот человек тоже тебя видит. Строится, так, огонь, контакт на 200, на 210. Блин. Поздоровались с человеком, как ты? У меня скорострельный. Блин, было бы неплохо еще и попадать по нему. Чё? Ну вот то, блин, ну ты видишь, Равшан стоит, блин, нафига ты один к нему туда... Попал разочек. О, да ёпы, РСТ, сколько у тебя? Сколько было материалов? Прям тоже много материалов. Блин. У меня столько патронов нет. Он тебя тоже завалил? Да. Да, ему мини. Да блин, построить стену с железными.
Он нас сейчас всех расфигарит, у меня патроны заканчиваются. Мне вообще-то самая сильная крутая, чем у всех вас. Самый сильный... Я никого не боюсь, иди. Есть да. Бесконечная присоска. Ползите отсюда, чего там это? Да он попадает! Я умираю, я умираю, я умираю, скорее, скорее! Что скорее? Ну всё. А, понятно, понятно. Он из-за уга гаснул. И кроме нас, вон еще одного чувака сзади. Да не, ну что это такое? Он читер. Да нет, он не читер, он просто строится. И то, что я говорю, что этот онлайн-шутер, его убивает строительство. А? Не читер, он козел. Блядь, вот что, смотри, пятого завалил. Не потому, что он это, типа, такой крутой, потому что он строится. У него есть хорошая пушка. У вот, плохая и... пушка, у него говно. Нет, у него УГ, между прочим, фиолетовый. То есть, ну, как да бы... Да что, Бобо, я ненавижу, когда мои пушки подбирают. У меня такая ненависть к врагам. К врагам. Блин, ну не, ну как это? Ну что это? Ну мы... Это, ну совсем уже что ли? Как нас раскатал один чувак? Что происходит? Будь здоров. Здесь самого внука не было. На яхту. На яхту ты хочешь? На яхту. У нас же сегодня день на яхту. Да ну ты прикинь, когда, во-первых, мы долетим до конца карты, во-вторых, мы еще туда лететь будем. Мы потом будем опять же уносить ноги. Давайте в грот-то что ли. Ой, ну ладно, тогда давай в гитарную. Да не, рыгающая роща. Там очень классно. Ну, вообще, можете определиться, куда идти? Там большое здание есть. Ну, вон, говорят, что там большое здание есть. А попрыгивай уже. Пошел. Пойдем без уникальных пушек, может, убьем кого-то. А то с уникальными пушками мы как-то никого не можем зафигарить. У меня красивые пятки, посмотри. Да как я тебе их посмотрю? Где ты вообще летишь, ёпарасотеп? Вот так остановись от тебя. Молодец, остановился. Остановился, да, вот я тебя вижу. Умеешь так? Как? Нет, я не балерина. Так, метку убираем. Ой, мне же не жало закружилось. Вот этот вот большой домик, в нем очень О, смотри, мы теперь вчетвером выскочили. Чувак 15 уровня, но я думал, надеюсь, он нормально. Дом строителей. Ооо. Улица строителя 15, блин. Да, что такие стены прочные? Кто это строил? И тут нет ничего, ну вообще хорошо. Не, я как бы понимаю, что сундуки выдают себя звуком и всякое такое, но я надеялся, что он... Рибка. Здравствуйте. Кто стреляет? Не знаю. Я слышу стрелы. Я слышу стрелы. Я ниндзя, ты просто не знаю. Да, не, все, все, я уже догадался, ты себя выдал, ты спалился. Да блин! Да не, блин, мне нужно автоматическое оружие, хоть и белое, но хоть какое-то, блин, не знаю, что буду с человеком делать. Так, чёрт, тебя чё ж замочили? Когда? Я пошёл в этот большой домик, никого просто... Чё ты там ползаешь? В сейве ползай, блин, так чё? Воу, я его вижу. Прости, мало, сколько там людей? Сколько там людей? Один. Я понял. Был. Сдохни, тварина. Я поднимаю. Поднимай, а я беру. Тебе МК нужна? Да, блин, не, пофиг, возьми. Белая. У меня пока есть автоматическое оружие. Я этого с дробаша офигарил. Я рыбок. Да хоть и фиолетовая. Если руки с правильного места растут, можно убить. Это да, наверное. Если ты строиться умеешь. Операция на живца недалече. Операция на живца? А, ну вот ты и побыл живцом немножечко. Прям живчиком. Я же уже получаю эту ачивку. Еще раз на тебя порыбачили. Ой, тут в самом деле рыбка есть. Да. А тут есть удочка? Я возьму. Есть ли удочка тут? Ну, как раз мы недалеко от зоны, так нормально. Сильно. А, то есть все равно в зону придется переться, ладно. Я понял. Кстати, чувак вот этот играет хорошо. Он наш, который? Да, да. Он только что чувака завалил нормально. Я к лоске пойду. Неужели у нас есть нормальный тиммейт? У нас наконец-то попался нормальный тиммейт. Это я, да, правильно. По-моему, от скромности ты не умрешь никогда. Да.
Куда ты полез один? Вот зачем? А потом подымите меня. Ну зачем? Куда ты полез? Иди сюда. Ну вот сюда вот я полез. Подожди, а кто ставит зеленую метку с оружием? Мне кажется, или это подстава? У нас нет зеленой метки. Как нет, если я вот смотрю на нее? Нет, ну в смысле у нас нет зеленого чувака в команде. У нас нет зеленого чувака. А, мне просто теперь... Там, что я взял золотую? Там кнопочка, которая выделяет пушки. А, это может всё, кто-то... Выделило мне. Ты взял, да? Кто-то дым сделал. Да, я взял. Так, там что-то зеленое. Я пойду посмотрю. Так-то по-хорошему мне не особо чем стрелять, но... Да не, рожок я не хочу. Он таповый. Я хочу это... А? О, фомаз, да, кинешь? Работает. Вот фомаз зеленый лежит, но я что-то... У меня есть зеленый фомаз. Фома. Так, я пока, короче, с зелеными пушками побегаю, пойдем. А, собственно, че туплю-то? У меня есть бутылки со щитом. А, вот ты. Так, ребятки, двигаемся, наверное. Не знаю, что мы тут засиделись. Надо. Кто сколько накосил? Один. Хорошо, у меня... Ноль. Так, наш чувак одного, я одного, ты одного. Я ноль. Наш и тебя один одного. Раз. Так. Я предлагаю пойти. Слушай, вон там наверху есть что-то, я бы туда сходил бы, куда я смотрю сейчас. Нахер. Нет, не агентство. Зачем я сказал агентство? Я не пойду в агентство. Пойдемте в Lazy Lake, может быть, не знаю. Или... Агентство, пока туда добежим, уже я зона забудет. Я буду кататься. Хотя не, я не буду кататься, я передумал. А? Да нет. Желтый это твой мал, все, я понял. Ну, чё, желтый, да, стоит? Это Мункет. Так, Ника Джесс бежит в тот домик. Я, наверное, сейчас его тоже немножечко поддержу. Мы сейчас лутанем, если нас не убьют, и мы потом к вам подтянемся. Не уверен, что вас убьют, потому что нету более. Я застрял! Я тебя поздравляю. Я выстрел. Я просто застрял. Стоп, а это агентство? Это агентство! Спасите! Подожди, как ты умудрился застрять в камне? Ну ты же слышал легенду про меч в камне, правильно? Фу-фу. Нет, он сломал камень. А. Подожди, по нам стреляли? А, я не знаю, если по вам, я... Блин, вы все там тусите, ну его нафиг, я пошел к вам. Я тут пока сейчас буду проламывать оборону, пройдет 4 года, пока я в это здание вломлюсь, так что я пошел к вам. Что-то вас гасят, не, или что? Да, не гасят. Тут, блин, ты кому нужно? Так, под... А, стой, иди сюда. Я метку на бинты поставил. Да, это, Мункет, иди сюда. Все. Я тебе кое-что скину. Что? Кто? Ой, да так, тиммейт наш. Так, нажри. А что ты так ему нажри? Возьми, рыбку. Пожалуйста, он тебе принес. Братишка, я тебе покушать принес, да? Это самый ужасный фильм, который я смотрел в своей жизни. Самый мерзкий. Я его не смотрел. Я просто знаю мемасики оттуда. Я не настолько себя ненавижу, чтобы смотреть такие вещи. Ну, ты же понимаешь, теперь у меня психика испорченная. Я вижу, это иногда проскакивает. Ой, экспа. Ты же нормальный человек, не будет смотреть зеленый фильм. Я тебе честно скажу, меня уже несколько лет уламывают посмотреть человеческую многоножку, и я до сих пор держусь. Я смотрел 3 части, ничего там смотреть интересного нет. Ну, я, по крайней мере, не смотрел. Ни одной пока что. Хотя мне говорят, посмотри, а он того стоит. Я тебе это скажу больше, я даже Моржа не смотрел. О, блин, зачем вспомнил? Я вспомнил, потому что я не смотрел. У меня психика не настолько сломана. Я по-своему свихнувшийся, не из-за этих вещей. Постой, пора... Что, где? Да стой ты! Кого ты, кому что, где, зачем? О, вот, все, ты. Чё я? Смотри, что у меня есть. Ух ты, дай мне. Погоди, смотри, что это будет. Пукнул снегом, что ли? Да. А ты уже откуда лампочку вытащил?
Так, вопрос, пойдем ли мы на этот остров или нет? Да. Как это нет? Мы идем уже туда. Мы пойдем на этот остров, там нужны калашниковы. Нет! Киборга ответ. Ну или такой вопрос. Кстати, так прикольно, плыть так быстро. Ну, он так ускоряется, да. Воу-воу-воу-воу-воу! О, калашников! О, много калашников! Стой! Ой. Ну, дайте мне калаш. Да забирай. Никого нет. А, стой, я, наверное, еще... Стой, где, чё, где? Воу-воу-воу! Идем не босс. Ну чё, зона точнее, да? Я не уверен, что он здесь будет. Я думаю, что это просто такой форпост небольшой. Форпост прогресса, Сиксон. О, смотри, как я сижу на стульчике. Я так иногда дома могу сидеть. На картонах-то. Да, я тебя понял. Так, нам туда вообще-то. Я вам покушать принес. Так, стоп, ребятки, а тут, по-моему, трупец. Да. И походу он уже вышел. А я ему... А, подожди, его убили, ну что там, он там был. Так я и говорю, что... 300 градусов там. Крепковато как-то 300 градусов. Здравствуйте. Ого! Я вот этот через бережочек-то, я его и не приметил, этот трупец. А тут и не один, наверное. Чуть слишком много раскидано. Или кого-то крутого завалили. А, нет, такого себе крутого. Если тебя сейчас прибьют опять... Нам зону пора как-то. Да, я про это же. Ой, ну ладно, поехали. Как-то, если тебя убьют, домой можешь не возвращаться. Кто строится? Что-то очень странно, так, ладно. Так. А можете кто-то поставить лесенку? Нет. Лесенку. Так, кстати, ребят, на 15 этот по пути в зону ящичек. Пойдемте лутанем. Пробуй. Чем? Вот поставь лесенку на цель. В другую сторону, чтобы на меня смотрели. Да, вот так вот. Так, теперь уходи. Да блин, я не сумма. Ну понятно, блин, она такая туша. Так, осторожно, тут может быть кто-то. Что-то все очень подозрительно. Подозрительно все, крайне подозрительно. О, я знаю, где люди. Итак, Лутецкий. Мне показалось, или там кто-то был, или это вода так бликанула? Вода. Вода может. Да не, это ветер, да? Ну ладно, я пока... Здравствуйте! Я на гору пошатал. Я ваш дом труба шатал. Ну все, короче, я готов. Я готов. А к чему ты готов? Ко всему. Первый человек, которого я увижу, получит ракету. Подарочное предложение нашей компании. Блин, а первые 10 покупателей получат ракеты в подарок. Оп-оп-оп, кто? Где? Вижу. Я в человека стрелял. Как ты мог в живого человека пулями тыкать? Ну, блин, это... Все, я поднялся на гору на лодке. Я извинюсь. Блин, зона идет. Черт. Я в зоне. Молодец. На снежной горе, на лодке. Блин, а почему бы не сделать трамплин и спрыгнуть таким образом? А почему как бы тут человек бегает где-то, смотри, аккуратно? Меня! О, вы видите меня? Я могу вас разрезать. Попало 37, у него дробаш, не знаю, что еще. Я ракетами вас стреляю. Есть, убил. Не знаю, какой-то отставший от стада. О, у вас зона стреляет. А, по мне гасят, блин! Да это я по вам гашу. Нет, это не ты по нам гасишь, у меня хп отнимает. Блин, меня убили. Нет, чё, блин, все-таки убили. Черт, как обидно-то! О, я вижу, я сейчас. Я сейчас заползу за зону, чтобы меня не гасило. Он на 30 у меня. Ой, ну, то есть на 30. Тут трое, блин. Ну все, понятно. Вот так. Мне все надежда. Так, пацаны, я сейчас их жалостью убью. Я уже вижу тебя, да.
Иди сюда, в зону, иди сюда. Он меня взял. Возьми, возьми его полностью. Теперь за мной следите. Давай, давай, покажи класс. Мы внимательно наблюдаем за тобой, как ты нас бросил и нас там расстреляли. Так что красава. Тиммейт года просто. Я же просто пошатал на гору. Ага. Итак, смотрим, как чувак в катере берет топ на горе. Просто потому, что его никто никогда не заметит там. Или просто зона там. Вообще в голову приедет. Вон, внизу перед тобой на 345 пишет человек прямо к тебе. О, прямо реально ко мне. Потому что его заметили. Да. Вот, он сейчас будет твою гору катер шатать. Это игра не для того, чтобы драться. Это, да, эта игра реально не для того, чтобы драться. А он уверен, что в него падет такой подарок? Посмотрим. Слышь, там классно. Когда сейчас его убьют, заберут пушки, я посмотрю. Блин, 2 килла. Ну, да, не, причем тот чувак, который первый, которого я первого гасил, он сам отстреливался от этого сквада, потому что я его убил, и он склеился сразу, его не пришлось забивать. А потом вот эти ребята, которые не дали мне зайти в зону, вот их было трое как минимум. Вот я тоже, я в него попал в основном. Вот, а я не успел, короче, я подумал, сейчас я смотрел как зона, увидел, что меня начинают гасить, у меня еще было где-то 70 с чем-то жизней. У меня не было укрытия, я, короче, думаю, сейчас забегу в зону, попробую отстреляться от них. А, ну, не получилось. Да, на 120, вон человек. Гаси его. Ну, как бы мы пятые. М, молодец. Я занял пятое место, без единого килла на лодке, сидев на горе. Мы это только ты. Это мы. Ладно, ребятушки, давайте, я думаю, если мы сильно будем растягивать, будет не очень хорошо, поэтому давайте сделаем первую серию примерно такой. Вот такая у нас вышла каточка. Спасибо, что были с нами. И увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.